Всем привет, меня зовут Рифна Федор, я являюсь руководителем отдела технического сопровождения продаж компании Nota Купол. И сегодня я поднимаю, наверное, самый острый вопрос, который есть у заказчиков. Почему российские решения по информационной безопасности стоят так дорого? Мы пресейлы всегда работаем в полях, иногда даже бывают ситуации, когда живем на территории заказчика и слышим похожие фразы из разряда «Вот были зарубежные вендора, они были по качеству намного лучше и стоили гораздо дешевле». Причем кто-то говорит, что аж в 3-4 раза. Я дилетант в области разработки продуктов. Я не имею к этому никакого отношения. И готовясь к этому выпуску, я решил как раз погрузиться вот весь в этот продуктовый конвейер, чтобы разобраться, из чего состоит разработка, кто в ней участвует, и самое главное, сколько это стоит. Важно, мой монолог не увеличит ваши бюджеты в области информационной безопасности. Моя задача показать, как работает конвейер изнутри, и дать вам понять, что производители как кто-то говорит, не оборзели. Мы не рубим капусту на наших заказчиках, а мы так же, как и вы, живем по средствам. Теперь представим еще одну гипотетическую ситуацию. Есть крупная корпорация, которая решила разработать свой продукт по информационной безопасности. Что для этого нужно? Ну, в первую очередь нужно подумать, какой класс решений мы выберем, какую нишу мы хотим занять, потом разработать какие-то гипотезы, подтвердить их или опровергнуть на своих лояльных заказчиках. Далее, благо нам думать, кстати, не приходится. У нас в 2022 году огромное количество зарубежных вендоров просто встали и ушли. Просто по-английски. Поэтому можно просто брать любой класс решений, который ушел, и делать новый продукт. Я предлагаю взять самую страшную нишу, самую мясорубную, которая есть прямо сейчас. Это межсетевые экраны. Выбираем межсетевой экран. Компания приняла решение, мы будем разрабатывать отечественный межсетевой экран нового поколения. Сразу отмечу, что они бывают совершенно разные, как, например, вот для высоконагрузочных сетей. А давайте, кстати, его возьмем в качестве примера. Итак, компания решила, она понимает, что хочет занять, наверное, где-то топ-3. И, соответственно, здесь мы уже можем начать считать деньги. И я не про тех людей, которые состоят в управлении и заказывали какой-то анализ. Нет. С первого человека, который отвечает за свой продукт, это продуктоунер или владелец продукта, как его называют на русском языке. Кто это такой? Это человек, который отвечает за продукт от начала и до конца, отвечает своей трудовой книжкой в том числе. Он же отвечает за итоговое формирование цены. Его мнение крайне важно для руководства. У России говорят, что три пути. У продуктового в нашем случае будет только два пути. Первый путь – это когда мы хотим разработать вообще полностью свой межсетевой экран. Такой срок, к сожалению, вряд ли кого-то устроит, потому что он по разным подсчетам занимает от 2 до 5 лет, а стоимость разработки выйдет около 2 миллиардов рублей. Важно, это мы говорим только про программное обеспечение. Второй путь, который используют почти все производители, это когда мы берем за основу любой нужный нам компонент, у которого есть открытый исходный код. Мы берем его за основу, начинаем рекрафтить допиливать и потом выдаем за свой супер инновационный продукт. Желательно, конечно же, с искусственным интеллектом, про который все говорят. Итак, первый человек у нас есть. Дальше нам нужен технический лидер. Технический лидер будет полностью следить за всей разработкой и курировать ему. По поводу разработки здесь нужно две группы. Первая группа фронтендеры, вторая бэкендеры. Ориентировочное количество, наверное, 20-25 человек, в зависимости от аппетита самого техлида. Далее нам нужны аналитики. И это не те люди, которые, как многие заказчики считают, пишут баттл-карды, в которых к их продукту проставлены одни галочки, а конкурентам, конечно же, минус. Нет, это ребята, которые описывают задачи для разработки, описывают API и пишут сценарии использования того или иного функционала. Следующее, это технические писатели. Люди, которые пишут PMI. PMI они пишут для тех приемщиков и тестировщиков. Кто это такие? Это те ребята, которые отвечают за то, чтобы вы, когда возьмете этот продукт себе, в ближайшие две недели не приходили к ним с запросами в тикет, потому что ничего не работает. И самое главное, как по мне группа, которая нужна прямо сейчас, это инженеры по нагрузочному тестированию. По крайней мере, мы их так называем. Что это за люди? Это люди, которые обеспечивают улыбку Виталий Сергеевич, потому что их основная задача сделать так, чтобы трафик, который будет пропускать наш межсетевой экран, соответствовал цифрам в нашей презентации. И, соответственно, если их наконец-то наши пресейлы будут показывать, не было стыдно за данные циферки. Сколько это стоит? У меня нет никаких слайдов, поэтому я буду говорить словами. Такая разработка займет в среднем два года, и стоить она будет около 800 миллионов рублей. Все цифры просчитываются в самом начале. Составляется специальный финансовый и стратегический план, но, как показывает практика, всегда существует отклонение. Мы такие же люди, как и вы, у нас аппетиты к кадрам гораздо больше, чем у вас. И это основная проблема, которая может порушить всю финансовую модель. Представим ситуацию. У нас есть человек, как я и говорил, инженер по нагрузочному тестированию, тот человек, который будет отвечать за итоговый показатель трафика у нашего заказчика, он уходит. Как всегда, его кто-то из конкурентов решил перекупить двойным, тройным оффером. А такие примеры бывают. Собственно, разрабатывать продукт мы можем, логично, разработчики же не ушли, они остаются на местах. Продукт куется, все хорошо, но есть нюанс. Мы не придем к тому. К чему хотели прийти? Мы не придем к тому показателю. А это значит, что первый публичный референс на рынке будет самым провальным. Потому что ребята, которые заявляли, к примеру, 70 гигабит и показывали на презентациях, в реальности окажется, что 2 гигабита в режиме НГФВ даже не способны пропустить. Итого. Наверное, в самом конце я отвечу на тот вопрос. Почему так дорого? А как формируется цена? Никто никогда не задумывался. Все очень просто. Во всех компаниях... Все считается по-своему. Кто-то реально тычет пальцем в небо. И такое бывает на нашем рынке. Но тем не менее, когда крупная корпорация берется за какое-то дело, она считает в первую очередь расходы. Сколько мы потратили. И далее мы должны понять, за сколько мы хотим окупить то, что мы разработали. Если кто-то считает, что временной промежуток в 5 лет устроит инвесторов, вы очень сильно ошибаетесь. А если вы бы еще знали, что на это, как правило, выдаются какие-то кредиты, то кредитная ставка для юридических лиц составляет ставка Центрального банка плюс 20 дефицит 30%. Тут как договоритесь. Итого мы прекрасно понимаем, что нам согласуют где-то 2 года на окуп. Итого за 2 года мы должны принести 1,6 миллиарда у знающих людей наверняка возникнет в голове вопрос, а что за история произошла в 2022 году, когда там один голубой вендор взял и просто рубанул X3, с чего бы? Ну, как бы все было на складах в огромном количестве, здесь ответа нету. Но все новые решения, которые разрабатываются крупными корпорациями, там это регулируется. То есть нельзя, мы не можем прийти и сказать, так, мы хотим прайс-лист, чтобы он был вот стоимость расходов плюс 500% маржи никто, ни один финансист этого никогда не согласует, потому что там сидят не дураки, они понимают, что деньги должны работать. И еще, кстати, очень важный момент. Решения, почти все решения, которые разрабатываются какими-то корпорациями, они окупаются в течение двух лет, и за два года только ОКУ. Так получается, что очень многие решения даже за пять лет не выходят в какой-то вменяемый плюс. Поэтому впишите в комментариях, как вы считаете, действительно такие формулы правдивы, и сколько действительно должны стоить российские межсетевые экраны. Спасибо.